И последнее. Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров завоевал серебряную медаль молодежного чемпионата мира среди юниоров в Таллине. Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет. Михаил по итогам двух программ набрал 234,31 балла. В короткой программе он выполнил 4 луца, 3 акселя и 4 тулупа. Его медаль стала исторической для страны. У Казахстана не было медали молодежных чемпионатов мира по фигурному катанию. Отметим, что Михаила Шайдорова тренирует олимпийский чемпион Алексей Урманов. Золотую медаль выиграл представитель США Илья Малинин. На третьей строчке протокола расположился Тацуя Цубой из Японии. Second and winner of the silver medal from Kazakhstan, Михаил Шайдоров. На этом у нас...